Эффект разорвавшейся бомбы получила в Америке признание одной из присяжных на процессе по делу Циммермана. Выступив в эфире телеканала ABC, не скрывая лица от телекамер, женщина заявила, что, по ее мнению, Циммерман – убийца и ушел от ответственности. Напомню, что в жюри присяжных на этом процессе было 6 женщин. Изначально мнения разделились пополам, но затем те, кто считал, что дружинник не виновен в убийстве Трэйвона Мартина, сумели убедить остальных. Присяжная по имени или под псевдонимом Мэдди, единственная афроамериканка из 6, заявила, что должна принести извинения родителям Мартина. Она добавила, что несмотря на очевидную вину Циммермана, законы штата Флорида помешали признать его виновным.